Интересно, как красиво цветет. Слева, вот это, наверное, такая роза. Идем в сад, а у меня сюрприз. Вот осенью здесь мы с Максимкой стояли, я его держал на руках. А теперь вот Максимка уже, сколько прошло с того времени уже, полгодика, да? И неделя. Довольный ты? Неделя с момента падения прошла. Приветствует землян. И неделю назад был, да, в доме. А сейчас вырвался. Это крота-отпугиватель. Привет. Он нас приветствует. А вот мы здесь были. А теперь вот сейчас. Давай тогда. Может, Лев, ты нас снимешь тогда? Давай. Держи. Так. Вон туда. Суй пальчик. Куда? А вот сюда вот. Вот. Да-да-да. Вот так два ставь. А зачем? А так тебе удобнее держать. Да мне вот так удобно. Ну, держи так. Так, Дима, ну, давай. Максимка. Ценный груз. Что, что, папа? Максик. Ой, осторожненько. Максик. Максик. И вот здесь на белую, да? Ну, мама. Да, там на белую. Вот так. Вот. Все, помаши все. Вот Максик. Видно, да? Максик. Максик, смотри сюда. Максик. Максик. Вот он, Максик. Ей. Ну, я не знаю, я там что-то понажимала. А ну иди, Дим, забери. Проверь. Еще фото сделай. Выключай, привет, сделай фото, я смонтирую. Да, я его семейное фото. Хочу, чтобы он был. Максик, да. Иди сюда. Давай, Макс, держи. Давай сюда. Смотри, вот сюда. Вот сюда. Оп. И что это такое? И что это? Сейчас я погавкаю за Максика. Я сейчас погавкаю на Максика. Да что такое? Сейчас мы сами. Скажи, мы сейчас так погавкаем. Так, Рада, уйди. Максимка, он Макс, спокойный. Смотри. Он, знаешь что, он такой выдержанный. Давай, смотри вон туда. Смотри. А в кепке, где, конечно, птичка? Он был. Вообще, где, я не представляю моей кепки. Нормально там получились фотки, да? Ну что, вот на фоне березок. Тогда они были желтенькие, теперь зелененькие. Ну что, пойдемте еще пофоткаемся где-нибудь аккуратненько. О, ну, Дима, ты же хотел туда. Да, а давай к Кузе сходим, а? А он выплывет. А не это, а знаешь что? А я подумал, что Максимка если покормит собачек рыбьим кормом, не дадим надо ему. Потом почему будет руки облизывать? Да. А мы помоем, у нас, ну, там водичка можем есть. Можем не успеть. Почему? Не стоит, дед. Пока не надо. Не стоит? Угу. Ну ладно. Дай собачки, они быстрее. Ну пошли тогда дальше. Вот посмотреть сходить, да. В ручки давать. Ну пойдем тогда туда. Посмотрим. Друг там Кузя. Такой друг и свет, это рыбий корм. Ну это да. Ну пошли. Ну идите вперед. Идите, давайте. Ну-ка, интересно, Кузя нас будет приветствовать? А, вот он. Да. А Кузя не видать. Ну вот, Максимка уже знакомится с Кузей. Помаши, Кузя. Он же уже знаком. Ну, поближе, весеннее знакомство. Пока что нету знакомства. Пока что нас игнорируют. Кузя, выходи, Максимка пришел. Кузя, чистить надо водоем. Вон, интересно, собачка. Ну что, не видать? Только маленькая какая-то была. Маленькая, а большого не видать, да? О, ты что, ты Кузю зовешь? Это он так Кузя зовет.
Ну что, Дим, вон кипарис, видишь, посадили вокруг. Да, смотрю, ну я еще. В прошлый раз всю экскурсию сделали. Угу. Ну пойдем. Пойдем, на пойдем Максимке покажем инжир. Инжир давай покажем. Так там пока нечего смотреть. Ну все равно. Как? Это инжиру знаешь сколько уже, Дима? Ты не представляешь. Ты был тогда, там листики одни были. Пошли. Смотри, Лер. Глянь, сколько изменилось. Неделю назад. Иди сюда, я тебе покажу. Смотри. Это что? Это инжир все. А? Это какие-то прыщи. Прыщи. Инжирчик. Самый настоящий. А это вот кипарисики мои. Уйди. Рада. Еще не хватало, чтобы она сидела. Я их всю зиму. Кипарисики. Всю зиму их выращивал, выращивал. Вдруг бах. Максику нравится конструкция. Изучаю. Только тут очень душно. Душно, да? Пойдем, да. Максику будет. Ну все, вот они. Наши инжиры. На то деревце красивое поглядим. Ну, идем мы дальше. Да, сейчас, Дим. Ну, подожди. Я же хотел, чтобы Максимка покормил собачек. Максимка, смотри. Не надо, нет, я глянь. Это корм, сейчас его собачки будут есть. А он уже, смотри, потянулся. Ну, конечно, ему все интересно. Папа не хочет, чтобы ты ел рыбику. Лерочек, и тебе на. Все. Максимка кормит собачек рыбьим кормом. Макс, собачки кушают, да? Кушают. Ну, он же все это запомнит. Возможно. Ну, а теперь пойдем по аллее. Дима, пойдем. Знаешь, куда? Дайте я пройду, господа. Лирик. Это у нас аллея дружбы. Глянь. Видишь, какие цветы. Магнолия. А как мы назовем вот этот монумент, ракету? Как ее? Площадь космонавтики, может быть? Космический сад. Космический, вот. Какие магнолии. Дим, а Максимку пустить по дорожкам, хоть так просто поставить. А? Ну, первые шаги. Он же в носках. Ну, чуть-чуть, тут чистенько, на беленькую поставь. Первые шаги, Максимка. Придержи чуть-чуть. Или не будем? Ну, тогда пошли туда, к багрянику. Туда пойдем.